Всем доброго утра, друзья мои. 31 градус, воскресенье. Посмотрите, какой срач в этом парке. Какой срач. Это что вчера было здесь? Это что было вчера? Посмотрите, все мусорки переполнены. Мы собрали мусор. Это кошмар. Сколько людей. Море такое чуть-чуть взволнованное. Даже здесь есть... Посмотрите, они накрыли, они здесь спят. Они здесь живут. Такое бывает. А где они делают завтрак, интересно? Вот такое, да? Сейчас я присоединюсь тоже. Наверное, попозже мусор заберут, потому что это же невозможно. Вчера, видно, бурная жизнь была. Полдевятого уже. Ого-го. Все, девочки, мальчики, пошла я купаться. Мой такой красивый маникюр. Посмотрите, как он сверкает. Посмотрите. Нашла перышко я. Перышко это к чему-то очень хорошему. Молодежь дурачится. Все дурачатся. Вот они в этом... лагере, ой, в этом палатке, наверное, весь день будет прятаться от солнышка, потому что аж такая жара потом приходит. Пляж сегодня не понравился мне. Посмотрите, сколько мусора море принесло. Море само не понравилось. Я отплыла 100 метров, а нырнула, вынырнула, смотрю, кругом грязь. Ну какая грязь? Пластик, вот этот мусор какой-то от пакетов. Вот я смотрю, что этот пластик переработанный, да? Ну, водоросли там, все плавает, вот такой мусор. И я решила сразу выйти, искупалась в воде. Думаю, приму чуть-чуть загар. И побегу домой. Сегодня воскресенье. Я вчера не ожидала прихода моей заловки. Племянница сказала, что мы в городе придем через час на чай. Ну, ладно, придет через час, пожалуйста, добро пожаловать. И я так потом уже, когда прибралась чуть-чуть, поужинали мы с мужем поздно, вы видели сами. Я почему-то очень устала, потому что я возвращалась пешком. Зашла в несколько больших магазинов, стояла в очереди, в очередях, хотела маски купить детские. Ну, то, что я хотела, я вчера купила. Для сына, там, для это, еще для мамы. Вот, ну, деньги, вот, что не вынесла с банкомата, как был испорченный банкомат, деньги не выдавал. Если бы я знала, я бы с утра в банке бы в евро. Я хочу евро. Потом мне выгодно евро снимать, и я их потом по выгодному курсу обмениваю в золотом магазине, где продают золото. А когда они только предлагают мне лиры, другие банкоматики, банкоматы, меня это не устраивает. Поэтому я решила пока ничего не делать. Это единственный в городе банк, где можно... Ну, в нашем районе, где можно вынести евро и доллар. Значит, не судьба. Все, что идет, идет к лучшему, я так думаю. А то, если бы я вчера разменяла, я бы, наверное, все потратила бы. За один вечер. Пускай денежки лежат. Когда деньги приходят к вам на карту, есть такая примета. Они должны хотя бы сутки полежать. У меня уже двое суток, третий пошел. Так, и вот мы вчера сидели, заловка у нас была. Я их и чаем напоила, с конфетами. И орешками, сухофруктами. Затем я их угостила мороженым. Попозже я арбуз. В общем, кстати, я забыла, нам были какие-то фрукты, персики, ну ничего. Ну, они довольны очень были. Кофе хотела, сказала, но они отказались. Они... ушли от меня в 12 часов, настолько им было хорошо у меня. 3 часа сидели, представляете? А я сидела отключенная,
Я же столько вчера находилась, еще сидела у Аси. Я такая была отключенная, что я заснула при них на диване. Смотрела вместе с ними футбол, кажется. Играла Англия, Украина. 3-0 было, помню. И потом я отключилась, мой муж меня разбудил, говорит, ты что, говорит? Просто была уставшая, и когда они ушли, я ничего не делала, я просто приняла душ и легла, и сегодня выспалась. И у меня была такая мечта в воскресенье выспаться, вот сколько хочет организм. А мой организм проснулся 20 минут 8-го сам. Йога у нас сегодня 8 часов идет в прямом эфире, но я решила сделать по-другому. Вот сейчас, я думаю, пойду я на море, а когда вернусь, я выполню йогу в любое удобное для меня время. То есть я уже основное сделала. Накупалась, назагоралась и все. Как вы знаете, у меня очень много друзей, женщин, девушек, которые пишут мне, спрашивают вот о советах в отношениях с турецкими мужчинами. И еще раз убеждаюсь в том, что мечты сбываются. В каком смысле? То, что вы когда-то задумали, вот вы мечтаете выйти замуж за турка. Смотрите вот турецких жен, видео турецких жен, ощущайте себя в их теле, ощущайте каждый шаг. Пишите даже свои мысли в блокноте, девочки, пишите все, записывайте на бумагу. Это сбывается! Я говорю уже по отзывам от своих друзей-подписчиц. Год назад они даже не думали, они просто смотрели турецких жен-блогеров и не думали, что окажутся, найдут мужчину и окажутся. Все само происходит само. Мужчины сами находят их. Просто смотрите нас и советую вам, если вы хотите выйти замуж за турка. Смотрите, какая красивая девочка идет в комбинезоне, как с луны. Да, даже такие красивые бывают. И о чем бы я хотела еще поговорить с вами, что мечты сбываются, да. И у меня, раскрою вам тайну, но не совсем, у меня сбывается, вот как-то вот сбудется полностью, вы о ней узнаете. Сбывается моя заветная мечта. Я вообще не думала, что я ее запланировала где-то осенью. А она у меня... Я ее в карте же онлайн, если честно, запланировала летом, вот сейчас. И повторно осенью. И она у меня так и получается. Чудеса. Чудеса происходят. И узнаете вы о ней уже очень скоро, наверное, в моем следующем видео, а может и... Я безумно счастлива. Спасибо Богу и Вселенной за то, что происходит со мной в эти минуты, в эти дни. Мои желания все исполняются. Я так мечтала о маникюре Асина. Исполнилось. Я так хотела посетить салон. Сделать такую красивую прическу, чтобы я прямо радовалась ей. И у меня получилось. По таким мелочам происходят чудеса. А еще, несмотря на то, что каждый день что-то происходит, какие-то сюрпризы. И поэтому, мои хорошие, верьте в себя. Если вы хотите быть счастливым человеком, менять свою жизнь, выходите из зоны комфорта. Ведь все это получается. У меня получилось, у вас получится. Я очень много вчера разговаривала с Асей, научила ее. 5 часов я разговаривала с ней. Поэтому, наверное, устала так, потому что у меня же нет общения там с русскоязычными постольку. Я разговариваю, какие девочки хорошие, да, красивые тут. Я разговариваю, допустим, с ними, в интернете. Ух, какие девочки. Разговариваю с ними в интернете, но не по 5 часов, а это вчера было живое общение. Такой кайф получила от Асеньки, моей лапули. Ася мне привезла, угостила шоколадкой, и вы представляете, Ася вспомнила я про шоколадку, Аленушку большую. Я ее забыла, оставила там.
такая дуренная, дурында. Но мне вчера понравился вот этот магазин детский. Столько я сегодня с вами разговариваю, вы меня простите. Вот и я сама, Светлана. Мне вчера очень понравился детский магазин. Ну, минус, что там только до 4. Но там для новорожденных такие красивые шмотки. Я с таким удовольствием вчера одна сама лазила. Вот поэтому, вот и говорю, нужно и самим ходить. Муж будет ждать, нервничать будет там. Все равно не такой кайф я вот получаю, когда одна хожу. Очень мне понравилось, очень. И вот Вайкики, я никогда не заходила в Вайкики. Ну, Вайкики что можно? Для детей, для внуков можно там купить. Я тоже когда-то раньше покупала все, начинала с Вайкики. У нас в Грузии, в Батуми, Вайкики на высшем уровне, да, все там отовариваются. Не знаю, как сейчас все изменилось, так интересно посмотреть мою Грузию любимую. Ну, я уверена, что скоро это произойдет. Все мечты сбываются. Еще раз говорю вам, мои дорогие. Все, я побежала домой загружать вам видео. Одно, второе, третье. Вчера из-за гостей, из-за ловки я не смогла ничего загрузить. Извините, просто и надо сегодня сесть, ответить на все ваши комментарии. Я тут в активной стирке. У меня столько стирки. Решила посмотреть на птичку. Ее не было. Посмотрите, у меня появился птенец. Какой лапуля. Естественно, цветок, не знаю, можно поливать или нет. Как вы думаете? Он живой. Наверное, только вылупился. И она улетела. Как вы думаете, можно мне чуть-чуть его полить? Или бог с ним, с этим цветком, правда же? Это какая халюсяя новость. У нас нутёк появился. А еще я хочу вам сказать, что открылся аквапарк. Ну, там первые посетители. Но отсюда не видно, чтобы вам снять хорошо. Вчера так поздно закончилась свадьба. Наверное, до 11 больше плясали они. И сразу же все разобрали, убрали. Много очень было соседей, потом спустилась, плясали все. А мне было не до пляски, так как моя заловушка ушла в 12 гости. Жарко, аж кем ушел с другом встречаться. А я занимаюсь делами. Я никуда не захотела, я уже нагулялась с утра. Сегодня на ужин я приготовила себе котлеты. И такой красивый салат. Вкусный-привкусный. Почему вкусный? Потому что время 6:30, Светлана еще некогда было покушать и не хотелось. Только пила. Такая у нас жара. Но у нас в квартире, еще раз говорю, у нас не включен кондиционер. Сквозняки прекрасно. Что это за котлеты? Из чего это? Мне маникюр такой новый показываем, блестящий. Это котлеты из мясного фарша и кабак. И кабака. Я для себя уже не могу без кабака. Мне кажется, они такие жирные будут. Я их жарю вот так, без капли жира. Вот посмотрите. Это у меня еще на завтра я себе готовлю. Уже сейчас одним махом. Видите, какие они у меня? Накрываю на медленном огне, без капли жира. И вот жарю. А для эндера я приготовила, ну, естественно, мясные. Добавила чуть-чуть туда фарш, значит, лук. Что еще у меня здесь? Боже ты мой. Чеснок. Хлеб чуть-чуть и манку. И все. Соль и пряности. Пряности добавила вот такие. Вот сейчас покажу. У нас холодильник пустой. Пряности добавила вот такие для кофе. Харджи. Вот. Ну, не знаю, какие будут на вкус. Они сейчас попробую и скажу. Холодильник у нас пустой, посмотрите. Опустошаю, поэтому кабак. Вот видите, еще один остался. Ну, думаю, что приготовить? Может, яйца пожарить? Вот у нас такого еще не было, да? Ну, в принципе, мало когда купили. Ну, и здесь осталось вот дыня, арбуз я доем. Фрукты остались еще. А, еще что у нас? А, кстати, я хочу очень йогурт. Йогурт достать. Вот сейчас йогурт достану.
Достам. И все. Вот так. Здесь у нас яйца. Ну, тут еще есть на полочке. Приятного мне аппетита. Уверена, что вы по мне соскучились, по моему лицу. Но только будет моя голова. Почему? Потому что я в майке сижу очень жарко. Друзья мои, невозможно просто быть одетой и снимать. Ну, привыкните, что я уже, посмотрите, загоревшая такая. Ну, не могу я закрытыми футболками. Ну, ладно. Эту тему пропустили. Мой муж ушел часа в 3 с другом, с друзьями будет встречаться, но пускай расслабится. Как раз это мне на руку. У меня больше времени появится. Вы же знаете, какая я деловая. У меня очень много работы. Я и отдыхаю, я и работаю. Если я не буду... Я работаю в кайф мне. Сейчас у нас промоушен такой, мне нужно много чего успеть до 20 июля. Поэтому еще заработать себе сюрприз. Так что вот такие вот у меня новости, мои дорогие. Там у меня глажки полно, буду гладить, наверное, завтра. А может, попозже вечером. Все распределено. Ну, сейчас я буду кушать. Приятного мне аппетита. И вам также. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всех я вас люблю. Пока-пока.